Поехали! Всем снова приветушки, с вами как всегда Десс, и мы продолжаем путешествие по веселой, занимательной игрушке под названием Final Mighty Fantasy. Так, ладненько, давайте на самом деле поспим. О, клиент! Отдохните в убежище в форпосте, чтобы почитать набранный опыт, получить новый уровень. В форпостах и городах стоит денег, зато отдает бонус к опыту. Чем лучше место для ночлега, тем больше получаемый бонус. Оу, 300 гил, 150 гил. Угу. Опыт x полтора. Остановимся на ночь. Наконец-то вымоюсь. Прошел один день. Там-падам! Круто, 7 уровень. Получается, мы действительно получили бонус 1.5 раза. Это даже очень прикольно. Так, навык улучшен. Подбиратель панацей. Блин, Ноктис, почему мне никак не прокачать тебе рыбалку-то? Ты смотри. Ух ты. Какой прикольный-то. Ты погляди реально. Засвет. Лошара. Он тоже прикольный, кстати. Какие дебилы. Неплохо. Опять что-то за свет получилось. Эй, ничего там отличного не было. Там засветы какие-то. Какое освещение. Так, регалия автоматически. Кстати, мне почему-то не дают. Блин, обидно. Мне рулить не дают. Принц на побегушках, ну давайте пройдем. Все готовы. Пройдемся до туда. Ага, точно. Так. Такой музончик прям. Боевой больно. Там что-то прикольное определенно. Будем как-нибудь поизучать этот мирок. Думаю, он того стоит. Что это было? Прошу прощения. Причем самое смешное, мы можем вот так вот случайно их тормозить, например, это будет прикольно. Ибо они к этому не готовы. Так. Ну, я надеюсь, кстати, что у нас есть все выпущенные дополнения, которые там были, потому что... Я знаю, что к этой игре вышли дополнения, и у нас, по идее, загружаемый контент, он как бы весь есть. Кстати, самое интересное, я не знаю, в курсе вы или нет, но эта игрушка весит чуть больше, чем фильм в Blu-ray, а именно 89 гигабайт. Прикольно, не правда ли? Я думаю, сегодня мы попробуем... Блин... На самом деле надо все-таки звук музыки сделать еще тише. Как-то вот так вот. А то она орет прям очень сильно, по крайней мере, мне так кажется. А вот. Музыка-то прикольная, но орёт. Эй, я вижу море! Я тоже. Это причал Галдина. Так и тянет искупаться. А за ним что, гора? Нет, это остров. Но в Галдин люди не из-за острова приезжают, а для того, чтобы отрываться и ходить на массаж. И есть морепродукты,
Они тут восхитительные. Хорошая мысль. Будет чем заняться. Прикольно, кстати, мне нравится тот большой крутой остров. Ну что ж, давайте все-таки будем потихоньку... Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. Да я думаю, что касается лекарств, у нас, по-моему, их до хрена. Надо было заправиться. Вот это вот определенно нужно. Мне нравится, что у нас предоставляется официальная скидка на заправку и на отели в 50%. Это прям радует. Готовы выйти в море? Сейчас, только тельняшку надену. А дом Флёры и высокая мода. Свадебное платье леди Луна Фрея от самой Вивьен Вествуд. Статья о свадьбе. Какое платье у леди Луна Фрей? Ого, вот это шитьё. Небось, жениху не терпится увидеть его на невесте. И не только жениху. Она будет сногсшибательна. Платье, разумеется, шито на заказ одним из лучших домов моды в Альтисии. Наверняка еда будет, пальчики оближешь. Да ну, лишь бы я мог есть ее, лишь бы ты в ней не копался. Королевская утонченность. Как же я жду альтисийских морепродуктов. Галдин тоже славится рыбой. Рыба — это хорошо, как и здоровое питание. Контрольная точка ориентировки F. Рыбка в масле будет вкусным подарком, но пусть к победе. Ты узнаешь загадки, земля, разделившись на три половины, трофея бронила у спуска в долину. Может, попробуем местную кухню? А может быть, сами наловим? У нас есть дела поважнее. Он прав. Если вы помните, мы здесь не просто так, а по делу. Есть! Что, Иги? Я придумал новый рецепт. Жду не дождусь это попробовать. А, то есть вот его как-то не смущает, да, вот что? Так, Кенни и Келлоид сообщают, только вы сможете уберечь наше гнездо. Летите в воронье гнездо и приступайте к охоте. Так, нам нужно сесть на паром. Но думаю, перед тем, как это сделать, мы попробуем все-таки наловить рыбку, которую можно наловить почему-то на том пароме, хотя до этого я ловил на вот этом. Странно, не правда ли? Ну ладно. А может, мне казалось, что я ловил на этом. Панцирь морской звезды. Прикольно. Так, ну короче, я примерно помню, как это делать, поэтому поехали. Угу. Рыба заинтересовалась приманкой, но как-то ты накосячил, и типа теперь она не заинтересована. Так. Большие упоротые рыбы, вы чё? Вы не хотите нашу вкусную приманочку? Вот как что вообще происходит? Вот, кстати, чё кого, да? То есть, а как вот именно вот с этой рыбалкой? Я так толком нормально не понял, потому что... Чисто в теории нам нужно...
Вот как-то вот так ее подманивать, но... Что, чё, кого, вообще непонятно. О! Клюет! Подтягиваем, но... Оу, сорвалась! Черт. А было близко. О, я походу понял, как надо делать. Надо просто... Сейчас поясню. Нужно, короче, просто брать и рыбку подтягивать действительно с разной скоростью. То есть мы допустим, чуть-чуть ее подтянули, там еще чуть-чуть. Тихо, леска. Хренушки. Не сорвешься. Тя-тя-тя-тя-тя. Ну давай, чуть-чуть осталось-то, ё-моё. Все, ты моя рыбина. Молодец, Нок. Что-то как-то не особо. Не особо большая рыба. Взяли, вы поймали рыбу. Поймали рыбу, можно съесть или найти в ней ценные предметы. Сияющий гипероглиф. Гипероглиф. Вот. 11 минут не прошло, а я поймал рыбу. Тип съедобная рыба отмечается желтым цветом. Ценность предмета зависит от редкости рыбы, развитая рыболовный навык, ногти улучшают снаряжение. Вы можете поймать поистине легендарную рыбу. Вот там вот поистине, походу, легендарная рыба. Клюет. Подтянуть. Подсек. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай, 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 давай. Рыболовный навык развивай. Готово, еще одна рыба поймана. О, ты молодчина. О, вот это 2 кг уже. Круто. Уже можно что-то с этим сделать. И давайте попробуем все-таки поймать вот эту поистине легендарную рыбину. Че, не хочет ловиться? Ну, крутая рыбешка. Ну, давай, давай. Нет? Ну, ладно. Короче, надеюсь, что мы хотя бы немножко прокачали его навык рыболовства. Поедем, садим на паром. Привет. Пришли половить рыбку? Так. Так, титановый наруч. О, они насквозь максимальное здоровье. Прикольно. О, вот здесь вот можно как раз покупать все наживки. Прикольненько, прикольненько. Так, купить, продать, купить. Китовый ус. Эту тяжелую леску далеко не забросишь, зато она прочная. Угу. Ну, тут да, либо-либо, наверное. До свидания. Есть, короче, для каждой рыбы, походу. А что? Так, на побережье Ваната клюет исполинские каранга, глазинские каранга. На рыбалку! Как ребенок в магазине игрушек. Вы
да ладно, что тебе не нравится-то? Так, кстати говоря, нам надо поставить снаряжение. Промпт, по-моему, да, у него же самое маленькое количество ХП. Королевская гвардейца. Так, Игнис. Гладиолус. Буря у него уже уровня 4. Прикольно. Так, а так дурочным мечом по площади. Ну, короче, их надо увеличивать, и тогда они станут реально крутыми ребятами. Так. Походу круче, чем мое вот это вот оружие. Рагнарёк. Нету вообще здесь ни одного. Так. Повседневная одежда у принца. Боже, боже, что это? Подарочная. Королевский костюм. Ну, прикольно, кстати, выглядит. Боже, лучше на это было не смотреть. О боже. Так. Футболки наших веселых друзей. И магитех последняя. Я думаю, что можно даже вот королевский костюм, наверное, оставить, не? Что прикольно выглядит. Ладно. Полевая без верха будет, а то он все время говорит, что ему жарко. Поэтому пойдем туда. А почему вообще закрыли порт? Вроде задержка в Альтисии. Похоже, придется просидеть здесь еще ночь. Порт закрыли. Да, ну-ка. Фигово. У меня доставка накрывается. Что-то пошло не так. Почему порт закрыт? Из чего бы вообще порт закрывать? Это же порт. Смотрите, ребята там радуются, как прикольно. Брызгаются водичкой. Ладно, бежим дальше. Я уж даже хочу на вот тот остров сплавать. Как здорово, что не нужно никого убивать. Мне кажется, вот там рыбалка будет еще жестче. Добро пожаловать! Боюсь, вам не повезло. То есть? Вы хотите выйти в море? И что с того? Увы, далеко вы не уплывете. А ты еще кто такой? Я путник, которому надоело ждать у моря погоды. В этом перемирии нет никакого смысла. Что это такое? Какой-то сувенир? Эй! Что это? Да подожди. Это пожертвование. Да? И кто это нам жертвует? Человек без имени. Да уж. Как думаете, тот тип правду сказал, что порт закрыт? Сомневаюсь, конечно, но не исключено. В общем, проще самим проверить. Может, к утру все наладится. Я так объелась. Не думаю, что к утру все наладится, но да ладно. Так, давайте поболтаем с чуваком. О, это девушка. Добро пожаловать в Перламутр. У нас только самая свежая рыба. Угу. Угу. Круто. Отлично. Так, посмотрите, теперь посмотрим, меню. Что у них там. О, нифига себе. Полностью защищает атак огнем. И вот тут, смотрите, увеличивает атаку на 120, увеличивает максимум ХП на 600, ускоряет восстановление здоровья на 20. Блин, стоит изучить этот рецепт, я думаю. Будем рады, если вы справитесь с хулиганами. Ну, насчет последних не уверен, а вот эту штуку, наверное, можем... Благодарю вас. Сделать.
Ну, 11-й-то всего-то... Прошу, будьте осторожнее. Вообще ни о чем такие, просто... Ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Какая-то книжка. Космогония. Гексатра... Так. Титан, Архей, непоколебимый, как камень, Раму, Фульгурий, резкий, как молния, Шивы, Гласия, нежная, как снег, Левиафан, Гидрея, неумолимая, как прилив, Багамут, Драконий, непримиримый, как сталь, Ифрит, Инферний, переменчивый, как пламя. Они хранители Эоса с незапамятных времен, вместе они Гексатеон. Прикольно. Наладить. Альтиссия, водопады, челуны зовут вас. Прикольно. Ладно, пойдемте уже вниз. Нам так нужно все-таки. Расписание парома на сегодня, да, не работает. Не работает. Ого! Ни одного корабля! Что за дела? Спасибо. Че за фигня? Ну-ка. Почему здесь ничего нету? Где мои корабли, мать ваш? О, книжка. Не зря бежал. Ангелград. Таинственный остров неподалеку от причала Галдина, где, согласно преданиям, собирались боги. Раньше некоторые из верующих читали молитвы с причала, но никто не осмеливался доплыть до легендарного берега, чтобы вознести молитву лично. Считается, что... Это священная земля, на которую не должны ступать смертные. Даже членам королевской семьи вход на остров заказан. Ангелград окружают коралловые рифы, разрезающие океанские течения и угрожающие кораблям, которые подойдут слишком близко. Паромы и рыбацкие лодки, как правило, сторонятся. У острова находят истории об отважных рыболовов, которые подплывали к нему в надежде на большой улов. В большинстве случаев такие безрассудные авантюристы уже назад не возвращались. А в архив занесена новая информация о регионе. Вон он, наш град божественный. Надо бы туда сплавать, когда корабль появится. Если он, конечно, появится. Ладно, посмотрим, что там есть дальше. Возвращаемся. Надо как-то придумать, как нам добраться до нашей любимой. Насколько мне известно, Империя строго-настрого запретила судам покидать доки Альтиссии. Обидно опаздывать на собственную свадьбу. Да, принц Ноктис? Кстати, меня зовут Дина, очень приятно. Принц Люциса со свитой в своей шикарной машине. И вы надеялись остаться незамеченными, особенно для репортера? Вам повезло, репортер честный парень. Если хотите сохранить инкогнито, я вам помогу в обмен на услугу. Ну и что ж ты хочешь сказать? Что тебе нужно? Я знал, что вы заинтересуетесь. Дайте взглянуть на карту. Я отметил нужное место на карте. Просто найдите мне несколько неограненных самоцветов. Вот таких. Сделайте это, и будет вам корабль. Не сделайте, и окажетесь во всех газетах. Усекли? Вот ты скотина. Ну ладно. А он тебя раскусил, Нокт. Да мы не очень-то и скрывались. А даже если и скрывались бы, пресса все пронюхает. Обниматься с ним не обязательно, но и ссориться не стоит. Ну да. Ну, какое-то еще одно доп-задание. Кыся? Кыся. Кыся. Привет, киса. Как твои дела? Гуляешь тут? А почему ты одна? О, наверное, ты голодная. Я так и думал. Погоди. Я что-нибудь для тебя найду. Надо бы раздобыть кошачьей еды. Купим что-нибудь. Или наловить рыбы. И то верно. Идем. Ноктис может ловить рыбу на причалах по всему Люциус. Попробуйте поймать что-нибудь в рыбном месте на побережье. Ага, идеальный кошачий корм.
Изи Вин. Вот, свеженькая. Что такое? Ты не любишь рыбу? А, ты не любишь сырую рыбу. Ладно. Ну ладно, сейчас приготовим. Блин, прикольно. Добро такая пожаловать. Типа, чё ты мне дал, скотина? Я не ем такое говно. Приветствую. Могу принять ваш заказ? У нас великолепный выбор. Так. Спасибо, что заглянули. Мне кажется, что надо как-то по-другому поговорить. О, да. У вас в меню есть что-нибудь, что едят кошки? Это твой способ знакомиться? А? А нет, я действительно имел в виду кошку. Да я шучу. Кажется, я даже знаю эту кошку. Я что-нибудь соображу. Но здесь в первую очередь обслуживают людей, а не кошек. А последнюю рыбу только что заказали. Может, поймаешь еще одну? Немножко туповато, но ладно. Чудесно! Сейчас приготовлю. Ты, конечно, очень заботливый, но имей в виду, кошки — звери приставучие и при этом привередливые. Привередливые, значит? Кошки не станут есть, что попало. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. Держи. Спасибо. О, боже ты мой. Ладно, отнесем это кошке. Кыса, ты где там? На нямку. Вот, угощайся. Какая ты капризуля. О, похоже, ты ей нравишься. Пожалуй. И она тебе тоже. Она за ним пойдет в вагоне в воду. Милаха. Ладно, поехали дальше. Блин, за дополнительные задания дают прям реально больше опыта, чем даже за те задания, которые нам по факту надо выполнить. То есть сюжетка как бы есть, имеет меньше смысла проходить сюжетку, чем лучше доп. Задание одно пройти там или два. Тебе дадут больше опыта, чем ты за сюжетное задание получишь. Так, нам, насколько я помню, надо вот туда вот было. Сейчас давайте я просто в задание включу, 11 уровень, чтобы мне не спутать, в какую сторону нам бежать. Побережье Ваннат. Пора. Сейчас мы их как окрабим, этих крабов. Похоже, мы нашли то, что искали. Охота начинается. Ох ты. Ух. Сюда. Отлично. Я думал, ты любишь морепродукты, особенно... Гладио! Как обстановка? Более-менее. Отлично, Гладио! Так, надо, блин... Когда у друзей заканчивается здоровье и способность так? Промто, а не рано ли ты решил отдохнуть? Сейчас займусь делом. Оу. На 11 левел, походу, мне рановато. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Отстань, отстань, отстань! Громко!
Знать своего врага значит наполовину победить. Охо-хо-хо-хо. Так. Спасибо. Ром-то там уж подняли, я смотрю. Осторожно, ногти. Сам знаю. Тихо. Так, нужно что-то решать. Так. Владимир, давай! Буря, давай. Мне плохо. Да ё-моё. Снова в бой. Скверно. Да хорош. Владио, мы обречены? Мы обречены однозначно. Спасибо за все, парни. Так. Воскрешает повержен членов отряда, полностью устанавливает также половину максимум ОС, устанавливает ОС дополнительно до максимума. Но враг значительно сильнее нас, давай отступим. Нет, мы будем биться до конца. Я верю в нас, друзья. Проклятие! Так, блин, как-то он хреново уклоняется, я вам скажу. Так, ладно. Гладио, давай! Давай, Гладио, буря! Отлично, Гладио! Вот он какой наш. Ты удивлен? Это переходит все границы. Извини. No. Давай. Вы посмотрите на него. Ты удивлен? Все висело на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Вот-вот, висело, не висело, неважно. Главное, что мы живы. Здоровый, и пусть я потратил до хрена всего, зато мы получили, в принципе, много опыта. Короче, оно того стоило. Нужной браслет мечника. Так, а это, видимо, внутри. Что снаружи я что-то не вижу. Блин, 88 хп потратил. Больно. Так. Здесь тоже что-то есть. Сейчас мы с вами как раз поночуем там немножко. Думаю, имеет смысл. И я понял то, что теперь бросаться на более высокие уровни мобов лучше не надо, потому что хп у них в разы больше, чем у нас. И это ни хрена не хорошо. Смотрим, как там поживает наша крыса. Может быть, у нее тоже все классно. Кстати, вот здесь что-то можно подобрать даже. Ну, железка. Почему бы нет? Кися наша вот тут-а. Тут-туточки. Добро пожаловать! Пром-то потихоньку тоже отдыхает. Там хп очень медленно восстанавливается, но восстанавливается. Приветствую. Охота завершена. Молодцы. Не зря старались. Так. Что бы вы хотели заказать? Думаю, пока ничего, потому что уж очень жесткий. Ребятки у вас. Здравствуйте.
Двойной опыт за 5000 гил. В другой раз. Чё-то как-то очень дороговато, нет? Так. Мне проще сделать так, чтобы он доехал просто до этого. Либо мы в лагере пошли отдохнуть. Ну или ладно, давайте, короче, прикольнемся. Пофиг, пофиг. Может, деньги мы сейчас уберем. У нас на ночь. 5 штук. Бога ради. Подняли 2 уровня. Навык улучшен, новый фильтр, ностальгия. О, прикольная фотка, кстати. Сохраним ее. Тара-ра-тарам. Вообще какие-то 2 негра. Как мы там дрались. Ладно, давайте вот этого гада сохраним. Все, у нас будет. Может, мы его когда-нибудь еще встретим. Посмотрим. Кто знает. Так, и у нас, походу, очень много в приемах есть ОС. Так. Которые можно потратить на что-нибудь полезное. Что я здесь купил? При сканировании держите, быстро найти уязвимость. Угу. Так. Поясни после телепорта, постепенно восстанавливается ОС. Так. Угу. Угу. Так, отвлекающий внимание выстрелом. Ну, короче, я думаю прокачать нашу вот эту. И прокачать... Быстро щитом расходует 1 сегмент шкалы. Ударная волна от щита наносит урон ближайшим противникам, расходует 2 сегмента шкалы. Угу. Так, ногти с энергией стихии, с которым уязвимается цель, расходует 1 сегмент шкалы приема. Не, вот это прикольнее у него способность. Отвлекает, ослабляет демонов, расходует 1 сегмент. Ага, мощный удар механизмом, одному противнику, перегрузка. Так, ну я думаю, что пока хватит. Посмотрим, что у нас там во временных заданиях. И что-то так и не понял. В чем прикол этих временных заданий, текущие. Ну, видимо, оно где-то... Там за пределами нашего восприятия, скажем так. Ладно, денег что мы еще накопим, я думаю, это не проблема. А вот. А, ну мы, кстати, можем по карте переместиться к машине, чтобы не бежать до нее. Автоматический режим до задания. Все готовы? Ага. Угу. Так.
Мне очень нравится, как у них убирается крыша у машины. Прав, у тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли. Честно говоря, меня это даже радует. Так. Ну, посмотрим, что у нас здесь есть. Светит сильно солнце. Если бы кто-то нас фоткал, точно бы получился бы засвет. Но тут вроде все в порядке. Интересно, долго ли получится все это дело делать? Так. Так, а мы точно пришли куда надо? Судя по карте, да. Давайте оглядимся. Куда мы отправимся теперь? А! Ну, судя по всему, куда-то сюда. Ну, или сюда. Я почти угадал. Кстати, давайте пока мы рядом вот здесь вот. О, там тем более есть этих чуваков побить можно. И забрать вкусную еду. Командная работа. А! Держишься? Обо мне не беспокойся. Эй, Игнис, давай! Нужно, кстати, развивать ребят, потому что... Помоги мне! Если их не развивать, они будут очень долго качать эти умения. Нам надо их, кстати, раскачать, я так понимаю. Не очень много получаем, но да ладно. Так, и тут, кстати, можно и отдохнуть еще сразу. Есть! Что? Я придумал новый рецепт. Жду не дождусь это попробовать. Прикольно, новый рецептик. Смотри потом, что он там дает. Так, а пока мы идем по миссии. И эта миссия у нас идет как... основной контент. Скучненько пока что. Ну, думаю, ничего. Что-нибудь интересное это, наверное, будет. Отличная краска выйдет. Все? Круто. О, боги! Мать! Твою за ногу. Должны еще и подойти к ней. Потише, разбудите. Какая... укусит. И глазом не моргнет. Она нас целиком сожрать может, даже не это. О-о-о. Даже не это, как его. Не того самого. Не пережевывая. Никак слова не мог вспомнить от увиденного. Так. Аккуратно. Тихо. Обходим. Мать твою! За ногу!
улетела. Мы остались живы. С трудом. Я уж был думал, нам конец. Это был истинно королевский подвиг. Ага. И то верно. Истинно по-королевски чуть все вместе не обосрались. Так, есть там чуть подальше что-нибудь? Просто сейчас пробежимся, глянем. Если нету, то возвращаемся назад. Нет, здесь нету. Возвращаемся назад, забираем все плюшки, которые у нас там остались валяться. У Гладиолуса, кстати, почти 900 хп уже, а у Промта все еще 274, боже. Промта, чувак, ну вот вообще вот печально как-то. Здесь очень мило. Ага. Ну, без этой ты большой шняги, то тут реально мило. С ней вообще ни разу. Не, она, конечно, выглядит прикольно, но, блин. Сожрет и глазом не моргнув. Так. Все, что ли? А, я все взял. Какой молодец. Где наша тачка? Игнис, ты где оставил тачку? Чувак. Нас объезжают из-за тебя. Людям доставил неудобство. Так. Не, давай ты просто доедешь до туда. Все готовы. Ага, точно. Так. Я надеюсь, что никаких больше приключений у нас не будет. На крайней мере, никаких уж страшных, сильно страшных приключений. Пока едем, вроде все нормально. О, Ноктис даже решил опять сесть. Пром-то что-то заскучал. Чуть ли не спит в машине. Гладио вообще как-то бездельничает. Обычно хоть книжку читает. Не, все-таки красиво. Чтобы торговать, не покидая автомобиля. Прикольно. То есть, да, мы можем вот так вот делать, типа. Приехали. Мы добрались. Ну что ж, надо доложить чуваку, что мы добрались. Нет, заправляться пока не будем. У нас, в принципе, по бензину вроде все более-менее. А вот дойти до квестика надо бы. Чтобы туда-сюда не бегать, я думаю, как только я буду возвращаться к какой-нибудь машине, там еще что-то. Ну, короче, я буду часто через загрузку, нежели вот такие побегушки устраивать. Потому что так быстрее и проще. Добро пожаловать! Так. Ну, я это уже читал. Да, второй раз будет интересно. У меня доставка накрывается. Можно ему не отдавать самоцвет, ха-ха. Уж простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула.
Тот тип их всем на халяву раздавал. Наверное, набрал в Нифльхейме. Кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. На этот раз будем умнее и снимем номер в гостинице. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил. Я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, я не ожидал, что Дина найдет нам корабль. Получается, у него связи аж в имперском флоте. А как иначе он бы это проделал? Да уж, разносторонний парень. В принципе, я думаю, мы готовы. Мы готовы к отплытию. Вернуться в течение некоторого времени будет нельзя. Ну, уже? Да. Корабль будет только завтра. Может, поищите ночлег? Пора спать. Ура! Бесплатно поспали. 10 уровень даже получили. Блин, ты надо смотри. Было бесплатно здесь поспать. Да, знаю. Почему ты такой фотогеничный? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям ой-ой, пафоса-то. Неплохо. Ну, блин, прикольно, кстати. Отлично. Вот. Тот момент, когда промпт-то дико соковал, но все равно сфоткал его. Привет. Где Игнис? Должен скоро вернуться. Ты чего? Это во всех газетах. Что? Что там? Инсомния пала? Что? Это шутка такая? Успокойся, и я все объясню, Нокт. Да я уже спокоен! Было нападение. Королевский город захвачен императорской армией. Пока в зале переговоров шли дебаты, в городе прогремели взрывы, когда дым над цитаделью рассеялся, короля нашли мертвым. Нет, как же это? Мы не могли этого знать. Что знать что? Что переговоры были вчера. Что инсомния... Но как же свадьба, как же Альтисия? Таков был план. Но все газеты пишут одно и то же. Не могут же все они ошибаться. Я не верю. Если бы только мы... Что еще мы знаем? Нужно убедиться, увидеть все своими глазами.
То есть вернуться в Инсомнию. А что, если там опасно? А если здесь опасно? Ну что? Едем. Дожидаясь корабля в Альтиссию, друзья узнают ошеломляющую новость. Инсомния пала, король Регис мертв. Об этом пишут на первых полосах всех газет. Но неужели это в самом деле правда? Четверо друзей решают убедиться лично и отправиться в обратный путь. Надеюсь, все живы. Надежда тут не поможет. Не теряй веру. А что? Вера может остановить имперские дредноуты? Успокойся. Отец верил со страшной силой. Хватит. Империя обманула нас. Нас предали. Домыслы нам не помогут. Но правду мы выясним. Везде один обман. Вот как это перемирие. Смотрите, вот это махины. Имперские дредноуты. Они перевозят солдат, в частности, магитех-пехоту. Роботов? Если точнее, антропоморфное оружие массового производства. Не похоже на подписание мирного договора. Там, впереди! Они установили пункт досмотра. Если проезд закрыт, найдем обход. Да, ничего хорошего однозначно не произошло. Надеюсь, что этот ролик был шуткой, но, блин, ничего хорошего. Впрочем, если бы это была шутка, здесь бы их не было. Ладно, сделаем пошли крюк. Мстить. Впереди есть хорошая наблюдательная позиция. Пошли мстить за его отца. Всех убью, один останусь. Вот они. Хочешь убрать их отсюда? Да, этот металлолом еще пожалеет, что у них нет мирного договора. Да! Получай! На эти мрази. Так. Гладиус нашел предмет противоядия. Надо к последним тэпнуться. Потому что там снайперы. Гладио! Давай, забури бурю. Ты криволат он. Бурю забури. Да, этих сволочей надо определенно убивать. Недостойны жить за все, что они сделали.
Мы уничтожим их всех до последнего. Ну, правда, за исключением наши любимые, конечно, но всех до последнего. Откуда же они лезут? А представь, до кого там внутри. Надо поискать обзорный пункт. Какой-нибудь холм. Такой подойдет. Так, оружие, отмеченное значком, может быть улучшено. Вернитесь молот и спросите Сиды о совершенствовании. Истощающее копье. Ну-ка. Так, снаряжение. Ноктис. Потому что он... Так, снаряжение. Вот теперь опять Ноктис, сосуда и истощающее копье. Ну, как-то так себе, у меня копье получше. О, вот еще что не черти. Пустые гуманоиды. Бездушные, беспощадные. Владио, я не промахиваюсь! Вот тебе! Прощай! Отлично, они их убили. Так, бежим быстрее до конца. О нет, походу город и вправду горит. О прекращении огня, то все договоренности отменены в свете последних событий. Также, после известия о смерти короля Редиса, получены новости, что наследный принц Ноктис и оракул леди Лунафрея также объявлены погибшими. Оставь. Как же... Не надо. Кор, это я. Значит, ты жив. Что тут происходит? Где ты? Я не в городе. Вернуться не могу. Логично. Логично? Ты серьезно? Что тут может быть логичного? Отец, Луна, в новостях говорят об их смерти и о моей тоже. Слушай, я отправляюсь в Молот. Что? Насчет твоего отца. Это правда. Если хочешь узнать всю правду, ты знаешь, где меня найти. Действуй. Да. Так что он сказал? Что он будет в Молоте. А король? Как-то не очень радует о том, что это выполнено. Глава 2. Назад пути нет. Столица королевства пала, надежды на мир рухнули, и все это за одну ночь. Друзья отправляются обратно в Молот, чтобы выяснить, что же все-таки случилось.
кольцо Люциев. Сила королей. Вряд ли королевская гвардия еще действует. Я бы на это не рассчитывал. Маршал же здесь. Интересно, как там в городе? Скоро об этом сообщат. Да, такое событие без внимания не останется. А как же мы? Нам-то что делать? Сейчас отправимся в Молот, об остальном подумаем позже. Получил сообщение от сестры. Она с беженцами, которые едут в Листал. Ну, хотя бы у Ирис все в порядке. Ага. Но всем остальным, похоже, повезло меньше. Нам лучше поторопиться. Нокт долго мертвым не будет. Назад дороги нет. Есть только один путь. Вперед. Это точно. Вперед. Вот сейчас вообще музыка не в тему. Привет. Рада, что вы целы. Погодка не для поездок, это точно. Спасибо. Где Кор? Пошел по каким-то делам. Оставил дедуле сообщение для вас. Ага. Босс ни секунды не мог усидеть спокойно, когда узнал, что вы едете. Ну что ж. Я думаю, что это... Блин, ну это даже хорошей концовкой не назовешь. Печально, на самом деле. В общем, я думаю, что на этом стоит действительно закончить. Сохранимся перед этим, конечно же, как обычно. Давайте прям на первом сохранении это сделаем. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, хоть это и грустная серия. Но всем удачи. Пока, ребятки. В следующий раз увидимся.